В столице Италии наконец стартовал чемпионат Европы по вольной борьбе. Сейчас на ковер вышли представители 5 весовых категорий до 57, 65, 70, 79 и 97 килограммов. Заглянем в зал, посмотрим, как там обстоят дела. Такие доброжелательные здесь стюарты, охранники. Yes. What's your name? My name Joe. Country? Senegal. Senegal, Muslim? Yes. Muslim, alhamdulillah. Только-только стартовали предварительные схватки. Как видите, трибуны практически полупустые. Это было и в предыдущие дни на соревнованиях среди классиков, как нам сказали, и также среди девушек. Сейчас заглянем в разминочный зал и посмотрим, как спортсмены настраиваются на свои поединки. Легкими весами интереснее двигаться. Да, они сами по себе маленькие, быстрые. Работать на резко с ним хорошо будет. Здесь тренеры, спортсмены, представители команд отслеживают выступления своих борцов. Наш охранник Мухаммад немного заскучал. Саламу алейкум, рахматуллах, мусай. Alhamdulillah. Thank you very much. Thank you. Man, you are man. Ты Рашид, все равно что-то объясняешь, какие-то тонкости. О чем говоришь? Что говоришь? Секреты не выдаются. Да. Настрой – это особенная вещь для спортсмена перед каждой схваткой. Если нет настроя, схватка не так пойдет, тяжело пойдет, травмы могут пойти. Настраиваться всегда надо. Вот такая здесь царит атмосфера. Вернемся в зал и продолжим следить за развитием событий.